Завтра в Бендерской крепости очередной забег на выбор. Две дистанции – 5 и 10 километров. Регистрация участников откроется в 8:30 в самом центре парка Александра Невского. Организаторы подготовили и развлекательную программу. Помимо всего, что необходимо для самого забега, то есть это переодевалки, камера хранения для вещей, пункты с водой, с витаминами, тут будет у нас классная музыка, будет специальный барабанщик. Пока я не буду раскрывать всех секретов, завтра все увидите. Стартует забег в 9:30. Онлайн-заявки на участие в забеге подали уже более 200 человек. Маршрут проходит исключительно по территории крепости. Мы постарались выбрать самые такие живописные места, да, чтобы показать всю прелесть вот этого уникального места, потому что Бендерская крепость – это одно из старейших построек нашего региона, поэтому мы бежим, будем и внутри крепости, в цитадели, и вокруг нее, и вот по прекрасному парку, то есть будут очень красивые виды. Всем участникам забега вручат памятные медали. Победители получат специальные призы.